Ближе к вечеру ЧП на Ачинском НПЗ прокомментировал Виктор Толоконский. Он отметил, что благодаря усилиям спасателей удалось избежать еще более серьезных последствий. А что касается ущерба, его еще предстоит оценить. Когда вот сейчас есть погибшие, ну вот он, это самый тяжелый, самый большой ущерб, самые большие потери, острота этой трагедии как раз вот в потерях, людских потерях. Я подписал указ, завтра объявлен траур на территории Красноярского края. Это самое тяжелое. Но что касается материальных потерь, конечно, они существенны, потому что это большой объем оборудования, это простой завода в течение длительного времени, конечно, это серьезные потери, но материальные потери восполнимы. А вот человеческая жизнь, она бесценна, ее ничем не восполнить.